У пары пятнистых леопардов Абаканского зоопарка родились черные котята. Сегодня их родители отсадили в другую клетку. И Валерия Остроумова смогла поближе познакомиться с будущими хищниками. У самки леопарда Весты это уже шестой приплод. Работники зоопарка называют ее хорошей мамой. За детенышами она ухаживает с заботой и ревностью. Например, появление съемочной группы ее совсем не обрадовало. Вест, иди, Веста. Черные котята у пятнистой пары родились уже второй раз. По мнению зоотехников, кто-то из предков самки имел черный окрас, который теперь унаследовали малыши. Кстати, несмотря на свой ясельный возраст, котята уже обладают хищными замашками. Выпускают когти, шипят и рычат. Имен у них пока нет, да и задач такой работники зоопарка не ставят. Одного из них все равно скоро заберут. Маленький самец отправится в московский зоопарк, а вот самочка останется достопримечательностью Абаканского. И до октября месяца пробудет в вольере с мамой. Взамен на черного самца руководство зоопарка планирует привезти из Москвы обезьяну капуцина. Такого вида в Абаканском зоопарке еще нет. Валерия Остроумова, Светлана Панина, новости, 7-й телеканал.